Хапай! Хапаю конфи, кредит хапай. Даже в аду работники ЖКХ сидят в котле с холодной водой. Как вы поняли, в дизель-шоу продолжается приключение нашего народного мстителя. На сей раз он пришел в ЖКХ. Ходи давай. Так, а я вот так вот. Так, а вот так. Алло, Жек. А, так. Да. Шевченко 3, что там у вас? Трубу прорвало. Ну, выехала к вам бригада уже, да. Два дня назад выехала. Ну, в пробке, значит, стоит. Вы видели, какие в Киеве пробки из-за того, что мы трубы меняем? Да, все, хорошо, ждите. Счастливо. А вот я. Отбой. Алло. Шевченко 3, да я же вам сказал. Едут к вам уже, да. Все, ждите. Приехали? Заехать во двор не могут. Почему? Какие-то дебилы двор перекопали? Кто? А вот тебе. А, мы? Короче, сейчас приедет другая бригада, закопает вам все, и эта бригада заедет. Понятно? Все, счастливо. И вообще, звоните в Укратодор. Отбой. Да что ж такое, поиграть нормально не дадут. Алло, Шевченко 3. Выехала к вам бригада, ну едет уже, ну, потерпеть не можете день, два, три, четыре, пять? Не надо так спешить, чтоб губы не обветрились. Шевченко 3 само к вам приехала. А, не, мы просто вернулись сейчас за инструментом, поэтому... Ага, так а где ж инструмент? Инструмент в магазине. В магазине, да, ой. Стоять! Никто никуда не уйдет. Пока у меня не появится вода. Ну, рассказывайте, почему это мы не едем на Шевченко 3, а? Нам наш шеф сказал без него ничего не делать, потому что мы рукопопы и все там напортачим. А ваш шеф не дурак. А где он сам? Ушел. Далеко? В Испанию. В отпуск. Ух ты, а неплохо он у вас зарабатывает. Он там удачно новые трубы какие-то продал. А, это не надо было говорить. Нет. То есть это вы все сами рукожопы натворили, да? Да, нет, а мы выполняли распоряжение мэра. Четко шли по его программе. А, то есть это программа мэра? Да. О, тогда и мы пойдем по программе мэра. Только не по этой, а по той старой, в которой у него все получалось. Сейчас. Это... Сейчас я буду задавать вам вопросы и ждать на них правильных ответов. Ух ты, викторина! Ну да, викторина. А если вы будете давать неправильные ответы, то вы будете получать... По баллу? И по баллу вы тоже будете получать. Ну что, готовы? Ну, такое. Тогда первый вопрос. За что? Это гонг. Во всех таких передачах есть гонг. Итак, вопрос номер один. Ага. Почему я все лето моюсь холодной водой? Закалялись. Неправильный ответ. Твой вариант? Я думаю, потому что у вас не было горячей воды. А ты хитер. Да, поэтому я старший сантехник. Ну что ж, тогда вопрос тебе. Почему у меня не было горячей воды? Закончилось! Ну? Теперь твой ответ. А скажите, в этой замечательной игре есть переход хода? А ты молодец. Ну, допустим. Тогда отвечает мой коллега. Ну, и как вы мне предлагаете мыться без горячей воды? В речке. Вариант Б, вариант Б.
Ну ладно, вариант Б. Умные люди поставили себе бойлер. Да. Я сейчас тупым назвал, да? Да. Вообще-то я поставил себе бойлер. Но он же не включается. Так это в розеточку надо было его в этот... Ты меня сейчас тупым называешь? Нет. Я все включил. Но у нас же света нету. Так. Потому что какие-то придурки рыли трубы и повредили главный электрокабель. Так это не мы, это облэнерго. Ну за что? Просто ненавижу слово облэнерго. Ну, я им дозвонился. Да вы что? Да, и они даже приехали. Серьезно? Только во двор они не смогли заехать. Знаешь почему? Почему? Потому что весь двор нахрен перекопан. Да, мы же всех предупреждали. Да. Мы на подъезде повесили объявление, что будет вестись плановая замена труб. Так а что ж вы ничего не сделали? Как ничего не сделали? Мы поменяли трубы. Старые достали, новые засунули. Только вот когда мы новые засовывали, мы их экскаватором повредили. Так это что ж вы не поменяли их? Мы хотели поменять, но просто кто-то новые трубы продал. Короче, пропали у нас трубы новые. И мы решили старую туда засунуть. Но если засунули, что ж вы воду-то не включили? Как не включили? Мы сразу дали максимальное давление. Труба старая не выдержала. И как? Бах! Блин! Ё-моё, я теперь понял, почему у меня 3 дня фонтан шпунделяет. Фонтан? Поющий, как Винница. А кто на открытии пел? Слушай, чувак, я устал, давай сам, а? А так можно, конечно! Да? Конечно! Круто! Я теперь понял, что ты старший. У меня один вопрос. Ничего, что я без перчатки? Вот хуже уже. А что вы вообще туда полезли, если все работало? Да как же! Мы выполняем распоряжение мэра. Улучшаем качество воды. Ах, вот оно что! Понятно. Слушай, у меня как раз есть вода из моего крана. Ну и как? Улучшили? Мэр сказал, что вода соответствует сантехническим нормам. О! А мэр врать не может? Нет, наверное. Ну тогда пей. А может, я лучше еще раз? Не-не-не-не-не-не, это слишком просто. Давай, пей. А может, ее сначала через марлю процедить, а? Это она после угольной фильтрации. Давай. А если я помру? Самое страшное не то, что ты помрешь, а то, что тебя даже обмыть после смерти не получится. Пей давай. Все, успокойся, старший, успокойся, на, водички попей, расслабься. А ну стой! Опять без меня бухаете? И опять какой-то шмурдяк, но... Сейчас попробую. А не, в этот раз что-то благородное. Кто такой? Работать у нас собираешься? Я-то? Нет, я у вас ничего тут не собираюсь делать. Нашего полку прибыло. У нас тут никто ничего никогда не делал. А вы, простите, кто будете? А я главный бухгалтер. А что, какие-то проблемы? Подождите, это вы платежки выписываете? Ну, я шо. Та-д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 а-
Я быстро. Вот это вот, посмотрите, пожалуйста, что такое? Это счет за воду. За какую нахрен воду? За нахрен холодную и нахрен горячую. Откуда я знаю, какую ты себе воду нахрен льешь?
Я, знаете ли, никакую нахрен себе не лью. Ни холодную, ни горячую. У меня нахрен никакой нету. Ой-ой-ой-ой. Что? Какая досадная ошибка. О, вы еще и признаете свои ошибки. Ура! Что-то изменилось. А вот теперь правильно. Что это? Ну как что? Налог за лишние квадратные метры. За какие-то нахрен лишние? В 36 нахрен общих. Вы чего, ЖКХ? Вообще офонарели? Все, до свидания, ЖКХ. Меня больше не существует для вашей структуры. Я тебе завтра пришлю дубликат. Со штрафом за просроченный платеж и за порчу документа. Понял? Нет, ЖКХ, это ты не понял. Я больницу победил, я долю кабель победил, я Укравтодор победил. И тебя, ЖКХ, победю. Или правильно, побежу. Как правильно, никто не помнит. А? Никуда ты не побежишь. Ох, слышь. Нет, меня так просто не возьмешь. Что, подвела старенькая труба, да? Да не, вроде новая. Старая вот. Старые крепче. Ой, ЖКХ он надумал победить. В нашей стране ЖКХ непобедимо. Эй ты! Быстрее вставай, ищи напарника. Берете это тело и заткнуть фонтан на Шевченко 3. Немедленно! Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Дизель-шоу. На наши концерты не требуют визы. Дизель-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира.